Твердые тела увеличивают свой объем при повышении температуры с каждым градусом. Это свойство называется коэффициентом термического расширения. У разных материалов значения разные, причем они могут меняться у одного и того же материала в зависимости от температуры. Верно и обратное. Когда на материал действует отрицательная температура, объем тела уменьшается. При монтаже однородных и разнородных материалов между собой нужно учитывать эти коэффициенты и подбирать подходящую ленту. В противном случае под воздействием температуры и дополнительных факторов, таких как удары, вибрация, растворители, произойдет разрыв. В этом эксперименте я постараюсь показать, как ведет себя скотч под воздействием резкой смены температур. Используем две пластины из полипропилена, ленту Rollin VA11S, а также праймер Rollin 153F для ускорения процесса. Сразу после склеивания проверяем прочность соединения. Ставим распорку из струбцины. В таком положении помещаем в сухой лед на 30 минут. Температура минус 78 градусов по Цельсию. Задача испытать ленту не в состоянии покоя, а под нагрузкой. Изымаем и нагреваем в течение 10 минут феном. Температура 200 градусов по Цельсию. Наблюдаем интересное, а именно, после резкого охлаждения пластины сжимаются, и поэтому основа Rollin VA11S растягивается, компенсируя коэффициенты объемного термического сжатия материалов. С повышением температуры объем пластин увеличивается. Основа ленты сначала возвращается к исходному состоянию, а затем сжимается. Особенно это заметно снизу, где часть основы выдавливается за пределы пластин. Так происходит, потому что пластины сверху разведены друг от друга. Нижние их части под воздействием силы, наоборот, стремятся приблизиться друг к другу. Помимо компенсации коэффициентов, основа VA11S хорошо справляется с изгибающими и ударными нагрузками. Заинтересовались? Добро пожаловать в группу ВКонтакте, я отвечу на все интересующие вопросы.